Вечер субботы, центр, и я с кофе на вынос. Все спешат вокруг евро, упал, доллар вырос. И тут ты среди суеты всей этой, как всегда с улыбкой на лице. Вот так весенне-то. Я ведь до сих пор помню, как пахли твои духи, и как потом меня друзья домой вели бухи. Мая бормотал твое имя вслух неразборчиво, то и дело спотыкаясь о бордюр обочины. Даже не знаю, что сказать тебе, наверное, здравствуй. Хотя на ум приходят фразы обиднее гораздо. Я столько раз на этот случай подбирал слова, но горький вкус воспоминаний оказался сладковат. И сразу в голове шестнарик, балкон на девятом, и тот чертов апрель, в котором я встретил тебя. Там рано или поздно зарубцуются раны от лжи, а тебе ведь с этим жить. Так же неожиданно, как и исчезла. Ненавижу, но зла не держу на тебя, если честно. Говорю, а земля уходит из-под ног. Год как женат, а так по-старому все в остальном. Слышал, ты тоже завела семью, дочь растишь. Все прямо так, как ты в детстве мечтала, в точности. А ты ведь не изменилась совсем с тех пор, как песни «Руки вверх» звучали с кассет. Не надо взглядов этих жалобных, не поможет. Рада видеть бла-бла-бла и тебе того же. Давай без лишней мишуры, нам же не по 15. Я давно оставил затею с тобою поквитаться. Ладно, пора мне, да и ты уже спешишь, вижу. Хотя память и так не даст подпустить тебя ближе. Рано или поздно зарубцуются раны от лжи, а тебе ведь с этим жить. Последний раз я спрашиваю. Ты будешь писатель? Ты не будешь писать? Да я...